Guten Abend всем, как говорится. Давно меня тут не было, тем более впервые я вот так вот здороваюсь напрямую. Я решил взять Жан-Поль Сартр. О, у меня сработал холодильник, обалдеть. Как раз некий вайб, да, будет у нас. Взял на 3 недели. Возможно, буду продлевать, пока не знаю. Сартра, сборник из пары его рассказов, романов, я не знаю, как можно называть. «Тошнота, стена, слова, ставок больше нет». Скорее всего, это 4 разных произведения его. Взял я ее в Национальной библиотеке города Казань. «Тошнота, 200 страниц». В принципе, 200 страниц вот такого текста, это не так страшно. С какой страницы начинается? С пятой. Ну, значит, с пятой будем начинать. Правильно? Пятая страница у нас... С самого начала, значит. Человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, всего-навсего индивид. Л.Ф. Селин, церковь. От издателей. Эти тетради были обнаружены в бумагах Антуана Рукантена, но кроме ничего в них не меняя. Первая страница не датирована, но у нас есть веские основания полагать, что запись сделана за несколько недель до того, как начат сам дневник. Стало быть, она, вероятно, относится самое позднее к первым числам января 1939 года прошлого века. В эту пору Антуан Рукантен, объездивший в Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, уже 3 года как обосновался в Буйвиле, чтобы совершить свои исторические разыскания, посвященные маркизу де Рольбону. Листок без даты. Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться на сути, не упускать оттенков и многих фактов, даже если кажется, что они несущественны. Главное привести их в систему, описывать, как я вижу этот стол, улицу людей, мне кисет, потому что это-то и изменилось. Она точно близ, масштаб, характер этой перемены. Взять хотя бы вот этот картонный футляр, в котором я беру пузырек, еще не надо попытаться определить, как я видел его и до, и как теперь. Одно слово пропущено. Примечание издателя.
Так вот, это прямоугольный параллелепипед, который выделяется на фоне. Чепуха, тут не о чем говорить. От этого как раз и надо остерегаться, изображать странным то. В чем ни малейшей странности нет. Дневник, по-моему, тема басен. Ты все время на чепу, все преувеличиваешь, непридуманная сила с правда. С другой стороны, совершенно очевидно, что у меня в любую минуту по отношению хотя бы к этому взгляду или к любому другому предмету может снова возникнуть позавчерашнее ощущение. Сложно всегда. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не уронил. Быть к нему готовым, иначе он снова скользнет меня между пальцев. Не надо ничего. Одно слово зачеркнуто. Не то искажать, не то измышлять. Чтобы написано сверху совершенно неразборчивое примечание, знаете. Тщательные и мельчайшие подробности записаны все, что происходит. Это само собой, теперь я уже не могу точно описать все то, что случилось в субботу, ибо вчера с тех пор произошло слишком много времени. Могу сказать, что ни в том, ни в другом случае не было того, что обыкновенно называют событиями. В субботу мальчишки бросали в воду гальку, пекли блины, мне захотелось тоже, к примеру, бросить гальку в море. И вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверное, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед. Такова страна внешняя, то, что произошло во мне самому, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с другой влажный, грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться. Позавчерашнее было много сложнее, и к нему еще добавилась цепочка совпадений и недоразумений, для меня необъяснимых. Не стану развлекаться их описанием. В общем-то ясно, я почувствовал страх или что-то в этом роде. Если я пойму хотя бы чего я испугался, это уже будет шаг вперед. Занятие, что мне в голову не приходит, что я сошел с ума, наоборот, я отчетливо осознаю, что я в полном расстройстве. Перемены касаются окружающего мира, но мне хотелось бы в этом убедиться. 10:30. Речь, несомненно, идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше, чем на другой день привлечения издателя. В конце концов, может, это и впрямь легкий приступ безумия. То от него не осталось и следа. Сегодня странное ощущение, а прошлой неделе кажется мне просто смешными. Я не в состоянии их понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле, окна на северо-восток, внизу улица Инвалидов войны и стройплощадка. Новый вокзал из окна мне видны красные и белые рекламные огни кафе Брио Путейцев на углу бульвара Виктора Нуара. Только что прибыл парижский поезд из старого здания, вокзал выходит. И разбредаются по улице пассажиры. Я слышу шаги и голоса. Ноги ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется им постоять еще несколько минут. Трамвай придет не раньше, чем 10:45. Если бы только этой ночью не приехали коммивояжеры. Не так хочется спать. Я уже так давно не досыпаю, я одну спокойную ночь, но единственное, все снимет как рукой. 11:45. Поясы больше нечего, комбивояжеры были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю, ему оставляют на втором этаже, в котором беда. Он еще может притащиться, он частенько перед сном пропускает стаканчик в приюте путейцев. Впрочем, он не шумный, маленький и опрятный, с черными нафабренными носами и в парике. А вот он, когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце. Так успокоительно звучали его шаги. Чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком. По-моему, я вызрел. У меня закончилась память на телефоне, поэтому все, кто смотрел, большое вам спасибо. Всем спокойной ночи.